Привет, друг, с тобой Эван. Во-первых, поздравляю тебя с Пасхой. Во-вторых, на Smother Rage вышло новое обновление 1.9, поэтому присаживайся поудобнее, сегодня мы его посмотрим и дадим ему объективную оценку. Готов что-то покушать? А мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере имею свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации и получай 50 тысяч рублей и VIP-статус на один день совершенно бесплатно. Поэтому да, залетай на сервер. Значит что, пацаны, по традиции, сначала смотрим чейндж-лог, после едем это все проверять в реальности. Если что, тайм-коды есть внизу в описании или на ролике, перематывайте туда, куда вам будет интересно. А лучше смотрите до конца, я буду вам очень благодарен, а также вам буду очень благодарен, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал и напишите любой комментарий, что вы думаете о данном обновлении, что вы купили, что вы словили. Будет очень интересно почитать. А теперь приступаем. Значит, чейндж-лог достаточно большой, изменения коснулись буквально всех систем данного сервера, и самое первое и самое основное то, что добавили боевой пропуск «Летнее безумие». Как он реализован, я еще не знаю, еще не смотрел, еще не покупал, поэтому в следующей серии, которая выйдет через день, а если вы наберете 100 лайков, то и может и завтра выйдет, купим БП и посмотрим, что там. Но они его, говорят, переделали, и какие-то там уже более стоящие призы будут. Можно БП покупать только один месяц, и на прохождение у вас будет 3 месяца, вот. Также новые тачки там, шмотки, вот это все, ну это посмотрим. Также добавили очень много контента для стилизации персонажа, то есть цепочки, обувь, верхняя одежда, нижняя одежда, маски, не маски, шапки, не шапки, вот такое. Добавили, кстати, 23 новых колесных диска и добавили по 10 новых квартир в каждой ЖК. Ну, их, конечно же, раскупили. А, и, кстати, если вы видели, то теперь при заходе на сервер нас приветствует новая менюшка логина. Так, и теперь давайте перейдем к самому вкусному. Первое, это будет номера. Во-первых, они переделали полностью вид всех номеров. И Гелик такой, да, посмотрите на меня. Теперь они добавили 3 дополнительных маркера в палету BYEKH. То есть вы можете покупать и там, но в палетку они говорили, что ненадолго добавили. Теперь в Мрео доступны трехзначные регионы. Раньше это было недоступно, потому что номера с GTA 5 могли иметь только 8 символов. А теперь они как-то это переделали, и теперь в покупке доступны трехзначные регионы. Кроме этого, они добавили еще именные номера, как это было в МТА. Стоимость именного номера 5000 рублей. Он просто дает вид, но добавили также федеральные номера, то есть там нету региона, там просто флаг висит. А стоимость федерального номера как бы зависит от цифр и букв и колеблется между 25 тысяч до 75 тысяч рублей донатных, да. Но один плюс, что на те номера не прилетают штрафы. А, и кстати, даже за штрафы. Добавили 3 камеры в городе. Также добавили новую локацию «Черный рынок», теперь именно там будет всегда находиться барыга, и именно там теперь находятся все лаборатории. Также обновление коснулось изменением всех оружий, теперь стандартные оружия из GTA 5 удалены, и добавлены оружия из CSGO, то есть Glock, Deagle, AWP, M-ка, Kalash и все. Если у вас были старые оружия, они заменились автоматически на новые. У вас, наверное, вопрос, зачем это они сделали? Для того, чтобы реализовать систему скинов на данное оружие. Поэтому у нас теперь в донат-панели доступны кейсы на разные типы оружий со скинами с CSGO. Теперь переработана полностью система кланов и добавлена система семей. То есть, если вы не хотите каптиться, но вы хотите, чтобы вас что-то объединяло, вы создаете свою семью. Если вы хотите каптиться, тогда на сервере доступно 5 новых глобальных банд. Это Groove Street, Ballas, Los Santos Vagos, Bloods and Aztecas. У них есть своя точка спавна, есть свои особняки. И любой желающий, кто хочет прийти покаптиться, может вступить в одну из этих банд. Переделали систему капта. Теперь банды могут иметь по 7 территорий, всего теперь 25 территорий. Каждая там территория, как и раньше, приносила прибыль. Кстати, теперь госорганизации, то есть менты, могут также каптиться и забирать территории себе. И когда они заберут эту территорию себе, она станет как бы как зеленая зона. Теперь, если у вас есть дом, вы можете купить себе мебель, то есть либо шкаф, либо вместительный комод, либо небольшой ящик. Соответственно, расширяет слотов инвентаря на 30, 20 и 10 слотов. То есть вы едете 24 на 7, покупаете себе один из этих предметов, ставите себе в дома, в квартире не работает, именно в дома. Вот, и теперь у вас есть инвентарь дома.
Прикольно. Также добавили очень много фиксов на разные автомобили. Если здесь зачитывать, ну, полролика уйдет, поэтому скриншот я вам предоставлю. На этих автомобилях полностью заменен хендлинг. И также добавили новые транспортные средства. Это семерка, это Bentley Flying Spur, Merc, кубик 6x6, охрененно, теперь его очень сильно хочу. McLaren 720S, RS-Q3 Audi, Koenigsegg Gemera, Lamborghini Revuelto, не знаю, как он правильно называется. И также обновили старые автомобили, то есть добавили на них тюнинг. Ну и скриншот вы видите на экране, на какой именно автомобиль добавили тюнинг. В принципе, по Чинжлогу у нас все, но здесь добавили еще некоторые фишки на сервер, которые я не увидел в Чинжлоге, но они есть, я вам их покажу. Ну что, пацаны, давайте быстро пробежимся по Battle Pass. Стрелочка вниз, Battle Pass. Стоит он, в принципе, так же, как и предыдущий, это 800 рублей. Для покупки у вас доступен 1 месяц, на выполнение 3 месяца. А теперь у нас разделено все не по уровням, а по главам. И также здесь справа у нас есть там первый, второй уровень, третий. Но также получается, чтобы выполнить одну главу, вам надо выполнить 100 заданий. Сейчас он у меня не куплен, и вы не знаете, что здесь находится. Но у меня есть скриншоты с мути, спасибо тебе большое. И вы сейчас на экране видите, как это все выглядит. Задания стали пожестче, подороже. А насчет призов в главах, смотрите, первое это 1,5 миллиона, второе это 2500 доната, третье это 4 миллиона, четвертое это 4000 доната, и пятое это либо Кимера, либо Револьтю, или как это, новая Ламборгини, короче. А, и кстати, что с призовых кейсов? С призовых кейсов вы можете получить верхнюю одежду, нижнюю, донат, деньги, оружие, в принципе, все как и в предыдущем. На этом все. Следующее что у нас? Следующее у нас номера. Если честно, пацаны, мне новые номера вообще не нравятся. Но они, может, это сделали для того, чтобы вместить трехзначные номера, трехзначные символы. Хз, но смотрятся они как-то, блядь, по-странному, если честно. Вот старые мне капец как заходили, а вот новые, ну, не знаю, пишите в комментариях, может, это просто дело привычки. Ну прям не то. Вот давайте подъедем к Бентли, вот здесь, как она. Ой. Ну такое, блин. Кстати, вот 777 регион их. Ладно, если у нас зашла уже тема за номера, давайте уберем наш гелик, где он находится. И поехали в Палето Бэй, посмотрим на новую точку и посмотрим, как там они теперь покупаются. Ну что, пацаны, мы заезжаем в полицейский участок Палето Бэй. Именно здесь находятся новые метки ЕКХ. Пока что здесь народу нет, но... Мне кажется, было бы клево здесь собираться, хотя хватит здесь курьерки, здесь и так нормально лагает. А здесь новых 5 меток в МРЭО, все так же самое, как и на ЕКХ, просто можешь подъехать сюда, никто не будет толкаться, и у тебя не будут пропадать текстуры и так далее. Значит, у нас появились 3 точки. Номера формата РФ, это старые, как бы вот здесь желаемый номер А01А7777, я хотел его купить, но как бы проспал, в принципе, по ценам то самое. Теперь, кстати, шрифт здесь изменился, вот. А теперь у нас доступны федеральные номера. Вот, например, давайте. Любые самые тупые, я так понимаю, вот такие, типа АМР. А, не, все АМР нормально. 25 тысяч, окей. Если мы захотим сделать себе вот так, это будет 50 тысяч. А если мы хотим сделать себе вот так, это будет 75 тысяч донат. Да, цены не херовые. И именной номер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... На 8 символов. И стоит он всего лишь там 4999. Ну, на фоне федеральных это еще норм. Вот, конечно, такой бы я номер себе хотел, но стоил бы он рублей 500, а не 5000. Это капец. Только сейчас, кстати, заметил, что верхний номер они что-то как-то сдвинули. Что-то он не по центру находится. Ожидаем в следующих обновлениях, так как они пофиксили систему, что 8 чисел, как бы больше 8 чисел можно. Ожидаем в следующих обновлениях, как бы, номера с Украины. Что там, Беларусь, Казахстан и так далее. Тем более в номере Украины 8 символов, их уже как бы можно добавить. Значит что, следующее это у нас черный рынок. Где вот это черный рынок, да? Нет, это банды. А, теперь банды вот так как бы обозначаются. Это что у нас? Свободная зона никому не принадлежит. Ага, это типа зоны, за которые капчется, я понял. Ищем, короче, черный рынок. А, вот в принципе он и находится вот здесь. Ладно, Лос-Сантос, так, Лос-Сантос, погнали. Я пока доехал к этому черному рынку, у меня уже откис редукс из-за этих замененок. Поэтому напишите в комментариях, как лучше с редуксом или без. Мне, в принципе, нравится и так, но будет интересно услышать ваше мнение. Значит, мы приехали в черный рынок. Вот шестеренки, пружинки, опять опорах, опять, короче, в моде. Поверь,
Да, блядь, что ты так громко говоришь? Это что, с деньгами? Подожди. Блин, прикольная штука. Что она может мне предложить? Нихера, да? Никакое взаимодействие с ней не сделали? Жалко. Блядь, что там чел на BMW забыл? Масло меняет или что? А, где-то здесь должен быть вот этот барыга. Или он на улице, или где, или на втором этаже, не могу понять. А, вот, это крафт-лаборатория 6-5. Ну, здесь ничего не изменилось, да? Все верно, все так же осталось. А где сам барыга? А, вот. Бизнес называется, вот это вверху поднял, а внизу продал, пацаны. Вы спрашиваете, откуда мне деньги? Цены, в принципе, те же, да? Ну, сейчас, да, херовые цены. Так все осталось. Просто перенесли в другое место. И теперь все перекупы вот этими металлами, порохами, сахаром, т.п. будут иметь место, где сидеть все вместе. Дальше это у нас скины. Скины на оружие. Теперь, как вы видели, вот у меня теперь дигл. Вместо кольта, вместо револьвера, теперь это все дигл. Вот, и как вы видите, челы уже открывают кейсы. И вылавливать себе скины на оружие. Оружие со скином нельзя продать, а вот сам скин можно продать. Значит, мы заходим в колесо удачи. Я же здесь, так понимаю, тачки и броники. Это здесь, я так понимаю, вот скины на броники. Бомж, это сюда тоже, кстати, завезли новые автомобили. Скины на оружие. Вот, Glock 150 рублей, Deagle 450, Калаш 400, МК 600 и АВП 750 доната. Что внутри, вот. Ага, значит, у нас есть еще деньги и донат, то есть... Там не обязательно глок выпадет. Ну, говно. Говно. Новый, кстати, такого не видел. Говно. На дигл. Что на дигл у нас есть? Ну, в принципе, тоже. Достаточно много, кстати, скинов разных. Интересно, как они будут цениться, типа, на сервере. Будет такое, что там одни по херне стоят, другие очень дорого. Элитное снаряжение, африканская сетка. Ну, как бы классика. Первый класс, синий глянец. Эмки. Есть и четверки, и эски здесь. Вот это, кстати, прикольно, что они сделали. И то, и то. Вой обязательно же. Стоит будет, я думаю, бешено. Падение Икара, фосфор. И авики. Авики это что? Гунгнир, Драгон Лор, Принц, да? Нихера не видно. Мортис, вижу Нью Нуар. О, пиксельный камуфляж у меня такой есть. Так, это Бах, Улей, который... Авик, на который заменить Дуда Лор, Медуза, Азимов. Серьезно? Фейт, Гунгнир, Гидра. А Принца нет? Реально Принца не добавили? Или это Принц? Нет, это не Принц, это новый. Если вы играете в Counter-Strike, напишите, какие у вас есть скины в игре или какое у вас звание. У меня, например, напарник Global в MMA Supreme. Будет интересно почитать, что у вас. В принципе, вот такие новые скины на оружие. А, кстати, я же вам забыл показать камеры в городе. Теперь первая камера находится вот на этом мосту, чтобы вы не гоняли 180 ограничения. Вторая камера находится вот здесь, где все как бы гонялись тоже. И третья камера находится... Где она находится? А, теперь вот здесь. Ага, все. В принципе, остальные камеры вы видели. Значит, следующее, о чем мы с вами поговорим, это семьи. Раньше были у нас банды, получается, которым обязательно нужно было отыграть несколько коптов в неделю. Если вы это не отыграете, у вас будет штраф, выговор, и вас расформируют и т.п. То есть для обычного существования, если у вас есть какие-то интересы, вы увлекаетесь автомобилями и хотите пригласить как бы какого-то игрока к себе в банду, это было, можно сказать, невозможно. Но теперь они поделили, чтобы было отдельно банды и отдельно семьи. То есть банда там надо... играть копты и т.д. и т.п., а семьи, как бы у вас просто плашечка вверху, там такая-то вот семья, и все. А, и кстати, сразу опережу, может у кого-то возникнет вопрос, типа, а как создать семью? Пока что функционала такого не добавили, но вы можете написать в группу ВК, и там, наверное, как по-старому, заявку оставляете, типа, рассматривают, с вами говорят, и тогда создают вам семью, там, за 25 лямов раньше было, или сколько. И в табе, кстати, теперь, да, тоже отдельно, банды вот, разные и разные семьи. Пока что в семье остался тот же функционал, который был до обновления. Значит, мы приехали в банду Баласов. Теперь у них вот такой вот свой кастомный дом. Новый гелик, новый чип, не то. Что здесь на метке? Встаньте сюда, чтобы войти. Вы не состоите в этой организации. Понял, если вы не состоите, вы сюда не войдете. Давайте хотя бы на камхаке залетим, посмотрим, что здесь. Ну, обычный такой домик, ничего больше. Ладно, погнали дальше. Так, если не ошибаюсь, это спаун рифы. Нет, это от стеков, сори. Там кто-то мне еще чел на мопеде залетает. Дрокин. Не, ну это
пожирнее смотрится, согласитесь. Оно такое побольше и место попиже, и здесь так вообще покрасивее будет. Сзади теннисный корт, солнечные батареи, что здесь еще есть? Басика нет. Или есть? Вертолетная площадка есть? Нет, это понтовая, это понтовая. Недалеко от особняка, где мы снимали нашу Lamborghini Diablo, разместился особняк, который вообще как-то по-бичевому смотрится, Блатцев. Вот, такой он в красном оформлении, выглядит очень неплохо. Блатцгэнг, как-то так оно выглядит. Также есть вертолетная площадка, это баскетбол. Если бы он еще был активен, это было бы топ. Ну, басик, такой прям на воздухе, прям держится, прям капец. Мне кажется, если честно, это самый беспонтовый дом из всех. Ну, парковки вообще типа нет. Ну что, ребята, мы приехали к Грувам. Мне кажется, это самое блатное место из всех, потому что оно находится как бы под ЕКХ. Ну, как под ЕКХ. Ну, вот ЕКХ, вот это спаун этой банды. Дом выглядит вот так, гараж не открывается. Ну, этот дом чем-то, если честно, напоминает дом Моргина. Плюс-минус по такой же локации. Также вот здесь беседочка, как бы. Здесь басик. Здесь вход в дом еще один. Еще здесь, еще здесь. Ну, прикольно, да? Каминчик, не каминчик. Эко, ЕГО, ЕГЭ. Колоночки. Напиточки. Балдеж. Чиназос. Ну и последний особняк, это особняк Вагасов, он прям на скале размещен. С какой стороны? А, это с другой стороны, сюда надо заезжать, и на карте это рисуется. Нет, не рисуется. Ладно. Ух, ебать, здесь подъезд. Все красиво. Ну, а я на гелике, мне посрать. Мне дорожник, вся херня. Ну, кстати, это единственная территория, где так много машин. Но если честно, есть какой-то свой такой вайбик, да? Это пустыня, типа желтая банда, пустыня с желтым сделанный особняк, только типа желтая плитка, т.д. и т.п. Большой такой двухэтажный, с большой парковкой. Гараж такой, как бы, такой себе. Блин, если бы эти гаражи, которые не добавили, они бы все еще открывались, это было бы топ. Что на задней территории? Ну, ничего. Просто такой лежаки, две беседочки. Не, ну территория файная у них, конечно. Мне кажется, большинство будет к ним просто залетать, а не подниматься по этой херне. Такой асфальт, плиточка и выезжаем на грунтовку, я понял. Ну что, ребят, теперь давайте поговорим о том, почему мы любим Смотру. То есть мы поговорим о маффинках. Какие новые маффинки добавили на этот сервер. Поедем их посмотрим. Так, и первый автомобиль, который у нас появился на данном сервере, это ВАЗ-2107. Я надеюсь, нас гелик сейчас не стырит. А семерка стоит 200 тысяч, а пятерка сколько? 180, я понял. Вот так она теперь выглядит. Не, ну семерка это стиль, это лучше, чем пятерка. 168 едет, 39 литров, 8 мест в багажнике. И самое главное, что у нее есть тюнинг. А тюнинга там очень много. Я уже видел. Под базозоку можно сделать прям уф. Конечно же, мой гелик... А нет, не стырили. Так, следующий на очереди. Это у нас автосалон Audi. Где добавили новую Audi RS Q3. 7 миллионов. Вот так вот выглядит. Маленький такой типа джипик. 275 едет. Ну, с 275 типа джипи типа 7 лямов. Ну, это недорого. Фига себе, на тяжкие обвесы, вот. И самый основной завоз, это у нас в автосалоне элитных автомобилей. Встречает нас что? Bentley Flying Spur, правильно, 16 миллионов. Аналог Rolls-Royce, 310 едет, неплохо. Выглядит тоже прикольно. Сколько? McLaren 720S, 75 миллионов. 375 едет. А почему так дорого? Я думал, лямов 30, ну 50 максимум. А сколько там Aventador стоит? 70. А ей на 10 км больше. Тем более ему заменили теперь модельку. Теперь он как бы пишет SVJ, но он не SVJ, он обычный. Да еще Spider, то есть Roadster, то есть кабрик. И на нем есть куча весов. Не, ну я лучше уже Aventador возьму, чем 720S. Он стоит дороже, а едет меньше, типа. Но в принципе по автосалону это все. А у вас, наверное, появился вопрос: типа, Эван, а где Гимера, где гелик 6x6, а где новая ламба? А я вам скажу, что они теперь в кейсе. Ну и в батл пассе. То есть новая Lamborghini, как она там, Revolut. И новая Кёнигсег Гимера, он находится в батл пассе на 5 уровне, как вы видели. И стоит он будет конских денег, и появится не менее чем через месяца 3. Ну ладно, 2 там появятся первые автомобили, там через 3 появятся вторые. Но это бред, это капец. А гелик 6x6 нету, не в батл пассе, он в кейсе. То есть заходим в кейсы удачи. Я так понимаю, в элитный. Что внутри?
И вот гелик 6 на 6. И, конечно же, это эксклюзив. И, конечно же, он будет стоить, как вот это, блядь, Ламбо... Ой, говорю, Ламбо, Бугатти Мистрал. Ну, ладно. Бугатти он не переплюнет. Бугатти Мистрал, сколько он там? 500 стоит, да? Ну, лямов 200-300 поначалу он будет стоить точно. И потихоньку, может, через полгода упадет до сотки. Но не ниже. И это бесит, что, блин, хочется покататься на новых автомобилях, вам добавляют новые автомобили, вот как думаете, о, пойду куплю, там, Гимеру многие хотели. Многие хотели, вот, гелик, я пиздец хочу гелик. Но такие, нет, Battle Pass покупаю, либо нет, крути кейс. Также хочу старый, вот, Кадиллак, который был в прошлом обновлении, который в кейс добавили. По факту, он должен был стоить на сервере где-то лямов 10, да, 15, а его засунули в Battle Pass, и он теперь сотню стоит. Так же самое с TRX-ом, типа... Их, конечно, сейчас по 40, по 50 продают, но, блин, ну почему? Почему не добавить просто их на сервер? Кстати, вот новый крузак на новом тюнинге. А, кстати, что по тюнингу? Новые диски добавили, сейчас мы поедем посмотрим их. Но это у меня только или у всех тоже? Вот, например, у меня есть E34, которая, видите, вот у меня была на тюнинге. Я сегодня ее спавню, она тупо full сток. Тупо full сток. А, кстати, а почему на E34 тюнинг пропал? Потому что баги. Это админ вроде. По метке на карте админ. Он валит, пиздец. Пацаны, короче, гелик 6 на 6. Выглядит как-то так. Еще гелик 6 на 6. Чего-чего? Сколько чего, максималка? Сейчас проверю. Мне кажется, они не приедут. А нет, едут. Не, ну это очень жестко. Это очень дикий понт. Это попизже раптора, блядь, будет, я чувствую. Че там? 275 едет. Нормально. Бля, ну балдежный. Он четырехместный, да, или шести? Хуй знает. Давай проверим. Садите. А, нет, шести, ебать. Шести? Нормально. Ну, нихера, как раптор. А этот-то, кстати, TRX. Вита? Шестиместный или нет? Да. Да не, Вита. Вита говорили, что переделают шесть мест. Давайте проверим. Вита вчера, я Эдик говорил, что шесть мест сделали. Ну да. Здорово. Че, хорошо добавишь? Давайте проверим Вита, сделали они или нет. Грузимся, пацаны. Нет, не садишься. А, нет, садится. Ну, нормально. Все. Вот теперь это балдеж. Что, получается, да, теперь ликвид? Стал. Да, только медленнее стал. Ебать, нормально, да, там еще сиду. На скорости, тачку не проскорости. Ну-ну. Да, был быстрый бетончик, стал медленный. Четырехместная Гимера тоже. Это я. А, Гимера ей 420, а Ламба 410, здесь я не ошибаюсь. 420 она же едет, да? 425. А, Ламба 410. Угу. Ну, на лампе есть звук. Типа из Реала или как? Да. Не было. Что-то приближенное. Давайте сядем. Ну... А вы вчера на стриме не слушали там агрессора? Это не сидел. Ну, кстати, Гимера. В МТА я играл. Гимера в МТА была прям шит. Надо прям слышать. Реально дерьмо. А вот в GTA 5 там один чувак, который прям моделька смотрел, охеренная. Мне прям нравится. Смотрел. Слушайте, а что за прикол? Я что-то не пойму. У Audi добавили багажник на крышу, но слотов багажник не добавил. Да, слотов он не тебя добавил. Тебя кинули, брат, как лоха просто. А что, много добавляется там? 5, 8, 10? Слотов 5 хотя бы. Новый крузак. Крузак крутые. Ну, выглядит сочно. Теперь каждый второй на таких обвесах ездит. А там их три. А тут этот... Арка залезает на фару. А, это нормально. Это и у дефолта также. Я все думал, это про серый сделал. Блять. Так, пацаны, мы так и не договорили. Погнали, проверим. Вернее, не проверим, а посмотрим новые диски, которые добавили на этот сервер. Колесные диски. Я вам просто кручу. Наверное, в самый конец их добавили. Вот. Как-то так. Может, между ЭХЗ. Ну, вот так, если смотря, есть очень много годных вариантов. Знаете, вроде уже были, а вроде не были. Но всего появилось 24, либо 23 колесных диска. Поэтому теперь есть еще выбирать. Главное, чтобы деньги были. Так, и последнее, пацаны, что я вам обещал показать, то, что не, вроде не написали ченджлоги, но, по крайней мере, я не видел. Приехали на парковочку, знаешь, на каждом автомобиле. Теперь при нажатии на кнопку Z можно отключить DSC. Вы отключили стабилизацию, и теперь можно как бы сорваться в дрифт, то есть full заднеприводная у нас встает автомобиль.
И теперь, чтобы дрифтить, вы просто зажимаете Shift и дрифтите. И теперь как бы у нее появляются повадки заднего привода. Можете крутить там бублики, да и т.п. Но это все зависит от вашего чипа. Типа у меня на E92 стоит быстрый чип, и поэтому это смотрится не очень суразно. Но вот такие вот пятачки, в принципе, покрутить можно. Но если как-то подобрать дрифт-чип под это все, то может выйти достаточно неплохо. Если честно, мне это напоминает, кто играл в Самп, мне это напоминает дрифтовый мод, там когда-то был клей. Такой на дрифт. Когда вы ехали, вам надо зажать дрифт, вернее shift, и тогда у вас тачка начинает жестко дрифтить и еще подпрыгивать так вот немного. Вот это типа что-то того, только тачка не подпрыгивает. А, и кстати, еще насчет номеров. Смотрите, вот здесь у меня номера, да? И смотрите сейчас квадратные номера, которые стоят у меня на сливе. Типа вот тут и вот тут. Смотри, как они здесь сжаты. Мне кажется, это капец. Особенно сзади. Там больше нолики, здесь меньше. Они как-то по углам как будто стянули их. Не, номера новые говно, блин, хочу старые. Верните старые, плиз. Ну что, пацаны, а у меня, в принципе, на этом все. Вот такой вот видеоролик получился. Вот такое вот обновление. Обязательно пишите в комментарии, как вам оно, зашло и не зашло. Это обновление было более нацелено на тюнинг автомобилей, чем на новые автомобили. Конечно, добавили, но или в Battle Pass, или в кейсы. А такие себе добавили в автосалон. Продолжаем развиваться на сервере. Возможно, в следующих сериях прикупим новые номера. Конечно, я хотел прикупить с ГОСа, но ждать до 5 утра я не стал. Пишите в комментариях, кстати, что словили ли вы номера, если да, то какие. Будет тоже интересно почитать. Ну, а у меня все. Всех еще раз поздравляю с праздником. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. И колокольчик, чтобы всегда их смотреть первыми. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.